Использование перегородок для зонирования дачного участка. Установка глухого забора – это не лучшее решение, потому что такая конструкция имеет свойство скрадывать пространство. Для зонирования участка можно использовать бамбуковые жалюзи, вертикальное озеленение, переносные плетеные перегородки, пластиковые перегородки, восточные ширмы, перегородки в виде стеллажей, на которых можно разместить горшки и кашпо с цветами. Мобильные перегородки из дерева или профилированного листа, кашпо и вазоны с густыми и высокими растениями. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.